Три человека погибли в Иванове из-за угарного газа. В субботу утром в доме на улице Родниковской были найдены три тела, в том числе и малолетнего ребенка. Мужчину, его супругу и их дочку 4 лет обнаружил отец главы семейства. В ходе осмотра места происшествия выявлены нарушения правил установки и использования газового оборудования. В целях установления всех обстоятельств трагедии следователями возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время по уголовному делу допрошены представители организации, обслуживающие газовое оборудование, изъято само газовое оборудование, а также необходимая документация. Назначены судебно-медицинские экспертизы, решается вопрос о назначении судебно-технической экспертизы. А расследование уголовного дела продолжается.